Всем привет, с вами Транзиция, мы продолжаем играть в SnowRunner. В этой серии мы будем с вами открывать улучшения и смотреть, что в них есть и для каких машин. Ну как, улучшения уже все открыты, все найдены, то есть будем подъезжать к улучшениям и смотреть, для каких машин и что они дают. У нас карта Black Badger Lake, Висконсин, США. Буду использовать модовский Volkswagen Atlas Airline 2017 года. Желаю всем приятного просмотра и отличного настроения. Поехали. Так, первое улучшение. Что нас дает? Так, подключаемое. Механизм блокировки дифференциала обеспечивает более высокую проходимость на неровных участках. Так, для кого это у нас? Доступно для следующих автомобилей. Boar 45318. Итак, поехали с вами к следующему улучшению. Так, подъезжаем, значит, ко второму улучшению. Оно у нас находится, значит, вот здесь, неподалеку от перехода, в река Грейнвудс, и рядом с утерянными пожитками, с заданием. Посмотрим, что здесь есть. Так, подключаемый полный привод. Силовая передача при необходимости передает крутящий момент на все колеса. Посмотрим. International Paystar 5600TS. О, круто, круто. Так, следующее улучшение у нас вот здесь. Что, поехали к следующему улучшению. Ну, как приеду к следующему улучшению, продолжим. Так, мы с вами подъезжаем, значит, к третьему улучшению. Оно находится здесь в лесу, спряталось от нас. Ой. Так, оно находится, значит, у нас вот здесь. Между станцией лесозаготовки и поручением решения и их последствия. Посмотрим, что это такое у нас. Точная регулировка. Специальная коробка передач, позволяющая свободно настраивать передаточное число первой скорости и заднего хода из-за сложной конструкции, ненадежной и не особо экономичной в режиме полного привода. О, круто вообще прям. Для кого это у нас доступно? Для следующих автомобилей Western Star 49X, International Loadstar 1700, International Paystar 5600TS, Pacific P512PF, International Paystar 5070, TUS-108, ZIX 5363, Caterpillar CT680, Freeliner 114SD, White Western Star 4964, да, почти для всех машин КРС-58 Бандит, Дэри Лонгхорн 4520, 3194, ТУС-16 Актеон, Флистар F2070А, Воронград, Азов 5319, АНК МК-38, Бор 45318, Степ 310Е, Шевролет Кодиак C70, Раэль БМ-17, Ворон АЕ-4380, Тайга 6436, GMC MH-9500, International Транстар 4070А, Форд CLT-9000 и Western Star 6900 Twinster. Обалдеть, до какого количества машин. Круто, круто. Ну что, едем к последнему улучшению, которое у нас находится вот здесь. Так как подъеду, продолжим. Еду я такой здесь, еду и смотрю, посередине водоема стоит машина. Думаю, ух ты, что это за тачка такая здесь стоит в луже-то? Подъезжаю, а это Pacific P512PF. Я думаю, вот это да. Я прям так обрадовался, думаю, вот это да. Теперь можно нам в него пересесть. Вот он, весь такой побитый, убитый. О, какой канадец. Так что вот так вот, здесь находится Pacific 512, кому интересно. Ну ладненько, поехали дальше, к улучшению. Так, я подъезжаю к четвертому улучшению, которое у нас находится вот здесь. С вами открыли Pacific P12, ой, P512PF. Итак, посмотрим, что у нас последнее улучшение. Высокое. Высокая подвеска для передвижения по сложной местности. И для кого это у нас такая высокая подвеска? International Paystar 5600TS. Итак, мы с вами открыли, значит, все улучшения. Вот, улучшено. Улучшение доступно 8 из 8, наблюдательных вышек открыто 8 из 8. Автомобили найдено 2 из 2. Да, если у нас Pacific P512PF находится здесь, то
International. У нас находится с вами вот здесь. International Paystar 5600S. Можно найти вот здесь на сталепрокатном заводе. Если вдруг кому интересно. Ну что, с вами отправим его, эвакуируем в гараж, посмотрим, что мы там для него надыбыли. Значит, вот у него двигатели, коробки, вот она точная коробка. Можно даже сразу поставить подвески, шины, один только класс шин, тип подвески, дифференциалы, запасное колесо, шноркели, модули кузова, какие у нее есть, тяжелый кран, передний распуск, кран лесопогрузчик, ЛПС-4, платформа, модуль с кунгом, ремонтный модуль, металлодетектор, сейсовый вибратор, бортовая платформа, топливный бак, погрузочный кран, высокое седло, низкое седло. Ну, такой вот Paystar. Так, где там наша машина-то? Так, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Таразитос, увидимся в следующей серии. Всем пока. И до новых встреч, новым видео. Пока-пока. Всем удачи и добра. Тара-тарам.